И следит, когда дать, он же не просто мне в пол ману закидывает инер. Внимательный. Скиллованный пацан. Это четыре. Так чё, в минус два, думаешь, не ебанем? Нахуй, типа, ги, они ещё наши только... Да не дело не в этом, блядь. Просто ебучий монорельс, понимаешь? Я сомневаюсь, что один человек, хотя... Ну, показывает факт. Блядь, мне вот написал только ГДК танк 260. Да. Да как, блядь, как? Как у магов же... Вы чё, у магов же фрост спек, он же регенит ману там, ну, блядь, так же, такая же. Там тоже, типа, 1% устанавливается. Мана, типа, то же самое, что и у ретри. Ну, типа. Ладно, пойдем так, похуй. Мне кажется, ну, чуть затащим. Подальше бить будем, типа. Там, тем более... Бля, суманите, я заблудился, пожалуйста. Собаку взять, Юля об нее будет регенить, и все. Друиды также вообще похую, тоже ветками будут ебашить ману регенить. Друиды не могут, по-моему, сесть в этом контенте. Хотите, я повкашу прыгну? Ну, только если не умру. Господи. Отойди. Чё, давайте бить, блядь. Чё-то ДПС не проходит. Пусть везде играйте, все, кого убьете нахуй. Чё не в косты никто не закрывает? Вам вообще похуй или что? Валера, блядь. Потикал, но у меня нету сайлентшота в билде. Реально, блядь. Ебать его. Короче, надо РДД искать, похуй каких максимально, на второй рейд. Походу опять полипало. Валеру уронили. Прям без всех, как бы надо. Так а чё, пусть Кристер ходит с Полипалом на второй рейд, и Престон, ну, у нас. Холи Престон пиздит. Да нахуй нам этот Холи Прист, блядь, в ссылках М. Мне нахуй не нужен этот Холи Прист. Ну, типа в обычке, да, в ХМ мне нахуй не нужен. Ну, пока будем искать попало, что я сколько так что... Да и было два штуки, блядь, как-то пропали нахуй. Все равно мы сейчас только не упахали. Не, лето это постоянно, блядь, на сюси такое. А если еще нормально? Что надо было хуже там? Мы больше страдали. Как не Хотя они просто бессмертны, эти мобы. Не говори, блядь. Господи, спаси и сохрани. Пас, если ты пишешь наше трио. Ничего себе. Приятно. Ничего за хуйня, Кунка, где твой ДПС, блядь? Я вообще-то писал, что АФК стану. Ебать.
Вообще армса понерфили. Дракунка, если я вот здесь петуха уфагил, поставлю, он сагрит. Мне кажется, близкая ренджа все равно. Вот от факела он сагрит босса? У них ёбнутая ренджа. А, похуй. Целка потери. Целка еще хуже. Я тебе брата скрафтил, кука. У меня он есть. Да я, кстати, рассказал. Че еще раз? КС кто кидает? Ну, раз спросил, значит, ты и будешь. Так, мы ему заберешь Кеглера и короля. Лукард. Заберешь черепок. Будешь танчить его вот тут в кресте. РДД в песеньке. Когда крош открывается, крестик, да? Живую бомбу выносит с терени. Стреляю по. Мне не надо сопротивляться. Торченко надо. Все купят арест. Один пол. Найди хотя бы кашку. Блин, у меня нету. Сейчас. Где у это? Валера в кресте со мной, смотри. Вон вары есть, блять, крикнут вам. Так, ЛГТП сообщество, нахуй, вы готовы? Это я про трио говорю, если что. ЛГТП. Натуралы не готовы, секунду. А если не ЛГБТ, то да, нажимать или что? ЛГБТР. Нет. Жириновский тёр. Жириновского больше нету. Блин. Не надо про него, он умер. Жалко. Чё там тебе не хватает, Спейс? Мазок? Ну нет. Нам не хватает ещё одного человека. Про натуралов был вопрос просто. Это самое. Да всё, поехали, окей. Всё, блядь. Не уважает нас. Нетолерантная гильдия. Киллера забери, Мамон. Чё он вред тебе? И дальше отведи. Крош, убейте. Блять, забери вонючего киллера, блять. Мамон, пожалуйста. Я могу его... Это его тончо, он обратно бежит. Блять, что происходит, нахуй? Ну как так можно? Ёб твою мать, нахуй. Пизда тебе, спаси, нахуй. Ну, пристань сюда, вот. Пизда тебе, Эрза, нахуй. Пизда, нахуй. Ну, там таком какой-то... Какая-то... Блядь, короче, ребят, вы у меня только настроение, нахуй, портите, блядь, у меня подгорает уже от этого рейда, нахуй. Какого хуя, блядь, я не понимаю. Возьми, нахуй, чаржнись, блядь, ёбни сразу, нахуй. Ну, набери агро, блядь, как-то, ну, блядь, там же никто их не бьет. Забери, блядь, эту хуйню, чтоб не было эта хуйня. Откидывает меня, блядь. Еще какая-то хуйня, блядь. Потом огромнее срывается из-за того, что откидывает, блядь. Пиздец, блядь. Там, короче, непонятно, как ты вот Омен смотрел. Ты вроде бьешь, танчишь. И там вот эти 5000 агро, и как будто оно не набирается вообще. И потом, блядь, баги пошли там. Потому что шилд кидает, нахуй, на тот таргет, который открывается, приз, нахуй. Mm-hmm. Пока этот шилд ёбаный не сбивается, агро не набирается. Mm-hmm. Чё, понял. А сколько шилда? С 1000 хп? Ёбаный Валера, нахуй, как ты заебал. Сотка вроде. Ну, то считай, надо шилд разъебать. Мамон, иди вон первый сагрит, не знаю, чарж нажми, блядь. Забери, пожалуйста, киллера, блядь, и короля. Он в ямке там, ты уже танчил. Королю этот, волшебный огонь, и киллера, таунт, все идут они. Модель. Го. Это Дель ФК.
Может, опять что-то с интернетом. Пишет. Все, отчет дает. Не, никто не бьет вначале, пока не скажу. Вообще никто не бьет. Эх. Опять хилил на меня. Скрош что-то будет. Покрош сыграть, щит сбить, потом стопнуть. Вот и... Игра дропнет. Все, стопнули, никто крош не будет, блядь, это... Эрза, блядь. Я на пул создам. Хорошо летит. Вообще я не вижу себя. Ладно, хорошо бить. Лукард стаки сбросить, помочь. А, тебе уже помогли. Лара, не уешьте Волма. У вас стрит набор сломанный. Господи. Okay. Идите, киллер. Или кто там открылся? Киллер. Серый дай бы РП Эрза, Войд дай бы РП пиво. Не оптимизировал, пиздец. Сейчас посвободнее буду каску дам. Пристально дай гимна ману, на типа ставь-то там. Господи, какой же ты вагон, Валера, это просто пиздец, нахуй. Забери, это, блядь. Видите, крош. Пиздец. Просто пиздец. Карт рано забрал, я хочу с тебя стаки сбросить, чтобы тебя не шотнуло. Ну, карт, когда тебе забираю с тебя босса, там забирай стаки. Как с тебя стаки спали, вот это вот, ой, блядь, что за хуйня? Ну, в общем, ты понял. Прокил. Дальше крошим. Юля, будешь шаман огонь давать, масса круга на скил. А, это ж ДК, реально, блядь, забей. Он зеленки сможет скидывать стаки нахуй. Я уже забыл просто, когда нас посетить. Да, я забыл просто последний раз, когда у нас ДК Волма танчил. Потому что он же ДК. Сам может скидывать стаки. Массакру, ман огонь. Прохил. Все нормально. Крош 5 минут. Дайте Геру добить его нахуй.
по глаз по-любому. Дай Мася БР по РЗ. И наркому сдать. Я буду брать все. По Майклав, дай. Волм открылся. Full DPS по Волм. Все играют по Волм. И декорс не забываем. Сейчас обновим. Опять Волм открылся, дальше Волм обновил. Самак забил. И курс. Настя, максимально на декурс. Да я декурс, да тут, блядь, эти три мага. Настя, декурс, я не вижу тебя в декурсе. Я не успею, мне хостей, я тебя вижу руку. Настя, декурс, блядь, я до сих пор тебя не вижу по декурсу. Ты охуел. Почему ковер тебя, блядь, перекликивает? Блять, это курс. В общем, я разочарован, слабый. Ковер, ты что, трезвый? Я нет. Ковер, что ли? Да охуел, блять, он внутри. Я утром пил уже. Я не знаю, Настя, ты даже не пытайся вообще там с ковром тягаться, я за столько лет не научилась. Да хуйня, блядь, дайте мне 250-го эршама, блядь, с нормальным, блядь, хостой. Я, блядь, его сделаю, нахуй. Просто как, блядь, как мне хуй делать. Ты просто не видела, как я этим шаманом, блядь, декурсила на чемпах. При чем здесь декурс, ну, к хосте там и прочих хуйни? ГКД вообще-то от этого зависит? Нет, не зависит. Да, зависит, Кирюш. Ты что, не пвпшер, что ли? Инер. В смысле нет, блять? А зависит же. Я вот видел, Геру давали и диспелили шаманы там быстрее декурсили на арене на БГ. У меня джип в Москве. У тебя джип в Москве? У меня Феррари в Уфе. Ну я тебя сейчас сделаю здесь. Джип? У меня там здесь этажный дом с Ламборгини на каждом этаже. Да ну, да хуй ты хочешь, блядь, все равно в любом случае. Ты посмотри, блядь. Молодец. Три друида, три мага, блядь, и да, на случай, что ты пытаешься. А, у меня тотем, кстати, есть. А есть Гим? О май гад, Валентайн поднялся. О, ебэ, вот это я просто лутаю шмат подписываю. Это там, может, вы их разведете или вообще насрать? Похуй, плюс похуй. Ладно. Заберись меня, киглер. Я, блядь, не того стал, чем мысли. Просто вары сорвать могут короля уешкой. Не тебе. Только от этой хуйни отходите от молнии. Сокрушающая молния 5 метров в рейнджу. Перед окончанием касса. Или 6 метров. Сейчас вам кунка хуйни на подсоветует и на кладбон отправит нах. Чтобы он с этой хуйни присоединяет наш треугольничек, сделан из него квадратик. Нихуя себе, реально. Потом будет пятиугольник. А потом ты трайдер, блядь. Да, потом я трайдер.
Кунка правит. Оу, мать, я похудился. Кунка правит. Это типа ЛГТП? Вот тут а, вот я ждал, ждал, пока он что-то такое скажет. Не, ЛГБТ... Себе и Кунка, короче. Чуауа. Алконфилд, Алгармастер. Все, остальные ждите. Шотник нахуй. Ну да, танки точно не бейте, вы его захиливаете. Там Кунка, ты его захиливаешь, а не танк. Да, с Морталом. Да. Какой крутой геймплей дается, я офигею. Там Мортал Ханки, да. А я сбиваю его. Закиньте инер по Майклав. А, я уже просел. Да ладно, Валера, не расстраивайся. Во второй смерти ты не виноват, тебе не повезло. Там тебе не прохилит. Он Валера, выбирает, ты все равно приятно. Мой герой. А первый раз ты проебался нам. Ой-ой-ой. Ой, смотрите, сейчас будет нахуй. А чё ты, Кунка, убежал, блядь? Чё, ну давай на мужика. На. Овечка, бахна. Блядь. Сука. А есть... А не, нету пиробласта. Ты стал тем, кем мечтал стать. Не, я бы стал овечкой. Хочешь, могу снова превратить тебя в овечку. Валера, сделай грязюку, нахуй. Тебя что, тоже голос сел? Да, блин, не. Где-то я как-то... Не, не выговорю это слово. Короче, забей. Не забью. Конечно, только на нас орать. Как только не обзывает нас. Ну, вам мало. Да никого я не обзываю. Конечно. Он говорит не про вашу личность, а про вашего персонажа. Вот он виноват. Хватит его дефать. Я бываю, типа, с Гирютом или еще что-то, но типа... Но это по игре, ну, ничего личного там и так далее. Только конкретно на геймплей человека, когда там что-то произойдет. А я только что заметил. Королева, а что у тебя с аватаркой? Это вот... Чувак постарался для меня. Новая мода? Да. Что там, арбуз? Что там, арбуз наебашь? Да, да. Беба, блядь. Я что-то смотрю, блин, а что это, новая ара? Там, может, корона и такой арбуз. Это моя корона, да. А где твое царство? Как же ж, вот. В Отланде. Настя, покажешь мастер-класс? Ну, про арбуз. Великолепная лава. Ладно, на забей. А, у Юли, ну, чекни, мы на флот отказываемся. Давайте такую же сделаем. Королева, я знаю, где твое королевство, и если мне на почту не придет 10к, я разрушу твое королевство и всех жителей перережу, чтобы шеем выбить. А арбузный домик, что ли? Не, я знаю. Я там был несколько раз. Так. Я как сегодня прошла через позор, блядь, меня дошулить с рейда. Кстати, ребят, я страдала из-за вас. Я фармила ебаный рецепт, чтобы сделать вам масло милишное. Меня взяли в рейд, потом с позором кикнули оттуда. Так что частично на вас вина. Я могу крафтить милишное масло. Нет, все, там уже чел какой-то в ЛФГ спамил. Типа я за голду попросила, он мне накрафтит. Нет, я давно могу это крафтить, я прям... Да, меня сегодня до Шулич кикнула с позором за то, что я не захотела в Дискорд заходить. С позором? Да. Ну там же много слухов таких интересных. Нет, это правда на самом деле. Я вот до Шулич часто гоняю на Найка. А с позором ты... Ресайтесь и потом бейте трэш. Нет. Она типа пишет королева в Дискорд, я говорю, зачем? Она мне линкует, типа, вот минус кролу, я говорю, да мне похуй, я за валютой, и она меня кикнула. Может, слово похуй было лишним? Угу, по-любому. Да, у нее ЧСВ много просто. Да мне похуй, сколько у нее ЧСВ. Ее больше никто не видал. Это просто Каролина Регорна, они думают, типа, ебать они.
Так да, какие, блядь, королевы еще нахуй? Собрать рейд разъебать. Просто и замутаться, да и все. Да, вообще похуй забейте. Это на предмет для шутки. Я всегда так делаю, зажив дисму, то есть типа там нормально. Все, тема закрыта. Открыл да, тему. И двор. Королевый двор. Чисто в арбузах все придем. На разборке. А можно скин для щита сделать арбузный щит? Как это, арбузная гвардия. Это все хуйня. Это все начинается, видишь, Юля, с совы сначала начинается, а потом, блядь, хуяк на работу приходишь, блядь, все в арбузах, нахуй, ты в арбузе, блядь. Ребенка в школу собираешь, нахуй, ему арбуз на голову, нахуй. В школу приходишь на классный час, нахуй, все в арбузах сидят. Знаете, как Феникса сейчас люто разозлить, он курить шел? Давайте просто не будем убивать. Скажем, бля, мы тебя ждали, команды твои. Ты чего, гараж, не надо, нахуй. Суманите, ёбаный свет. Комбат у них, не? А, хотя похуй, ну ладно, как убьёте. Вы чё, нахер вы спулили? Ну, суманим, суманим. Чтобы быстрее убить. Это сбивается, парни. Весело. А по какой цели бьем так чисто для прикола? Куда бьем бог пошлет, ебашно. Просто просто. Звезду бить. Выключаешь монитор, нажимаешь таб нахуй, и похуй, и кастуешь его похуй. Еще раз таб. На кого бог пошлет, короче. Какой нахуй плюс 10 кролла. А если без монитора, не знаю, какие цифры нажимать? Так ты на клавиатуру смотри, нахуй тебе монитор. Цифры-то на клавиатуре, блядь. Ротацию знаешь? Ну, ебать. Приколесики. 1, 2, 3. А, по-моему, босс, да, согрелся? Или мне показалось? Это хуёво. Ну, учитывая, что там все помирают, наверное, да, согрелся. Кто там меня хотел разозлить? Я резко. По-моему, получилось. О, хорош. Я резну. Я пулю, я вообще фкшила. По-моему, это РО. Вы хоть одного моба разъебали? Естественно, нет. Конечно, блядь. Так вы, он все равно курить ушел, мы скажем, что мы еще не вставали. Ну, лол, блядь. Так а зачем вы вставали? Я же сказал резну. Просто ничего не говорите, и все. Короче, мимо проходил крокодил, все. Все хорошо. Ну чё вы, блядь, не могу понять, ну... Это... Есть у вас там лук, шкаф, есть что-нибудь такое? На массе комбат висит. Возьми НЭшку, если ты НЭшка. Комбат, говоришь? Чё-то не показывает. Ну выйди с инста, ну. Вон, типа, моб на ней. Ну да, мобы стоят. Еще да. Есть? Вот вышло вроде. Есть еще комбо? Да, Солнжа. Солнжа. Выходите, а он не здесь, а где он, блядь? А, вот он. Сука, блядь, как очко с такой хуйни горит, нахуй. Столько стоим, вала и бьем времени. Мортал. Пиздец. Солнжа, выйди. А его здесь нет, он, блядь, стоит АФК. Блядь. Плохо, что мобы не приходят, пизды не дают. Может привести мобов, блядь, разъебало, чтоб все. Да. Блядь, вы серьезно? Вы даже трэш убить не можете. Пиздец, блядь.
Да тут ебать комбат нахуй. Челики не знают, что на них комбат. Че там, комбат еще? Ой, блядь, на сон уже побежал. Да, ебало, слушай. Выйдите все с наста быстрее, блядь. Умирай, сон. Да пока ты будешь бежать, блядь, умрешь быстрее. Вот, сдохну, могу. На Феникса бежит. Пиво БША, блядь. Сука, вначале стоят, а они-то не знают, что на них комбат. Не заходите, вы выйдите, если вы возле входа. Есть комбат там, нет? Вроде возвращаются мобы. Правда, что нет. Заходите. Сумонимся. Бля, да тыкните на ебучий шкаф, сука. Не ругайся. А ты когда покурил, ну, у тебя это, как сказать, ну, нервное напряжение спадает? Я просто не курю, я не знаю, как это происходит. Ох, бля. Не знаю, что тебе ответить на этот вопрос. Не, ну, типа, ну, допустим, вайпнулись, да, там, очко горит, там, куда пошел, куранул, легче становится или как? Похуй. Хуй пойми. Я так и знал. Не, ну это, наверное, и есть ответ, типа. Становится плохо. Интересно, сколько это длится? 15-20? Да хуйня это все, блядь. Вон бутылку водяры захуярил, нахуй, тогда вообще на все похуй просто, нахуй, становится. Можно такая бутылку джина? Найду. Ну, монитор выключаешь просто и ебашь. Вот она реально похуй становится. Джинс, да. А что под сигареты стал похуй? Это, не знаю, какую-нибудь кубинскую нахуй, в тяпу нахуй ебануть, чтоб тебя аж разнесло нахуй. Батьмя, сигару да, такую большую нахуй. Там как Snoop Dogg получится, блядь. Блядь, она ума. Нет, я, блядь, помню, когда ни разу сигару ж, блядь, не курил нахуй. Сколько мне было, блядь, лет 16, наверное. На отдыхе. Решил попробовать, первый раз взял эту хуйню. Я как, блядь, втянулся, нахуй. Я ж не знал, что они не в тяпу курятся, нахуй. Я думал, сдохну, нахуй. Скажу честно. Это пиздец, нахуй. Она такая здоровая, нахуй. Ну, не знаю, диаметр где-то 20, наверное. Ну, ты бишь, считайте... Не, не 20, пизжу, нахуй. Где-то 15. 7,5 сантиметров где-то радиус, примерно. Ну, здоровая, короче. А, сейчас убьют. Кубинская. Его радиус, ты говорил, сантиметр. Радиус, диаметр, точнее. Раньше. Ну, короче, суть поняли. Здоровая такая хуйня, типа. Большая уешка. Раньше. Дебаф словил, короче. Не, говорите. Вот я помню, когда, ну, там прям, блядь, пиздец вот. Она нахуй прям вставляет, нахуй. Такое чувство, что вот реально бутылку водки выпил. Диспель цифер, пожалуйста, то еще кто-то на грула побежит. Могу подиспалить, но думала, пристена диспалит, пристена. Я вам занят мною. Поспел раскрыть меня. Дайте диван на ком пирс. Ком чё? На комфир диван сразу, чтоб человек стоял, не двигался. Это гениально на самом деле. Человек да. Мыслит вне коробки. Да, кстати, вот этот скрин, я прям удивляюсь, а как... Здесь скролл с прошлого рейда, ебать. Ебануться надо.
странно. Это вообще, по идее, запрещено. А, раз запрещено. Пошли, да. Ну, если перед пулом она анонсит то, что возможно повышение кроллу с прошлых рейдов, то это уже похуй, да, это да, ничего ей не сделают. А если она это не анонсит, то ей как въебут поебалу нахуй баном. Ну. Мне кажется, вот тот челик, который прокомментировал там так ярко, может он это, может написал что-то. Короче, третья, четвертая, пятая пати, закрывайте руки. Первая, вторая пати под ебалом будете стоять. Это я вам наперед сразу говорю. А локкард закрываешь задние руки самые, которые вдали. Которые вот около ворот, где мы сейчас стоишь, где. Просто заходишь в них и все. И ты считай закрыл. А локом с петами стоять или что там, как это делается? Нет, с вами стоите. Кстати, демонов тут респект. Хотя, да, демонов нахуй Т4 убирать. Ну, можете петов поставить, ладно, похуй. Вам с петов. Петов пиздец. Котов прыгать? Что? Котов прыгать или медведем? Котов, котов. А Лукар, ты понял? Там появляются две руки, блядь, заходишь в круг и закрываешь руки, понял? Чисто линия ПВП-валюты. Лукард. Да, самые дальние руки закрываешь. Все, Арчи на полубах. Поехали. А чё, да? 5, 4, 3, 2, 1. Герун, давайте вон так. Дабл ран пошел. Подъебал. Тут какая должна стоять аура? Да так оставь, похуй. Я тебе скажу, когда поменять огонь и не нажать его. Чё? Я тебе скажу, когда поменять на огонь и нажать его. А так нака оставь просто. Ну, у Войда дебаф, там кто-то с другой закройте. Руки сейчас будут вон сзади, сзади. Бля, чё он так шибёт, нахуй, больно. Пристану, ты в ДЦ? Да, я в ДЦ. Я с королей в ДЦ. Скажешь, когда... Ой, блядь, когда скажу, даже зубы. Точнее. Ушли за спину все. За спину ушли быстрее. Первая, вторая пати. Босс за спину. Давай зубы по мне. Блядь. Все, в крест, ай. КД усовы. Руки, руки, закройте. Руки, ну руки, закрой. Чуть у него раги опять как-то дохуя. Странно. Ну,
Кто-то чей-то пет, наверное, сдох. Мой живой. Руки. Поскорее всего, щиток, да, Эпистена? Не дала. Блять, Мэмун нахуй, сука, да. Блять, черт ты нахуй, не надо спину бить, стой в кресте, блять. Не делай так больше, пожалуйста. Не надо, блять, бегать, по команде только в спину уходишь, нахуй. Я закрою. Ты услышал меня? Да, да. Ты просто вовремя заметил, ну, что я стал, успел послать его. Так было бы пизда. На следующий адский или будешь давать ему. Ух ты ж, блядь, пробил, падает. Следующего ошеломляющего за спину. За спину ушли. Быстрее. Избавлен, да. Подъебало быстрее, подъебало. Вещь. Блять, ну чего так долго? Ну ебаный в рот, нахуй. Подъебало быстрее. Резнуть. А, да, резь быстрее. Уже рез. Подъемало, возвращайся. Ребят, ну сука, ну пиздец, блядь. Ладно. За спину ушли все, за спину ушли. Юля, дай массакру. Зубы дай по мне. Эман, огонь. Все, подъебало, вернулись быстрее. Даблрон сейчас будет, одна секунда. Даблрон пошел. Yeah, first try. Шмотка скажет. А две кружки можно носить? Нет. Хуёво. Блин, кольцо прикольное. А, это металл, ёб твою мать.
Я что-то посмотрел по статам, блядь. Так, это хуйня надо кому-нибудь? Но оно выглядит так, как кольцо, блядь. Понял, это хуйня надо кому-нибудь? Юля, бись. Чё, я не чекаю. Да, всё, давай. Бесплатно всё заберу. 5 соток. У меня такой же, кстати. Только с Кары, что ли? Вы ничего? Вы ничего, ты 3К поставил на журавлик? Он говорит, 100К отмена. 100К, блядь. Неаналогичные, походу. Чё-то решил такую носовую одеть. Хули, катушки нету. Да и дырка, блядь. Жезл. Обмен ваничан. Самое вкусное. Хуя, 13К? Мне кажется, вообще в край. Давай, мин. Флэш. Это кунки отдашь. Че все мне? И че мусорщик? Так, ладно, пояс никому дальше. Пух надо кому-нибудь? Маму на пен. А, Лукар, тебе надо? Давай я дам тебе на майнспик. Обмен давай. Только ЕП ставишь 10. У тебя же там есть уже ЕП, ты же за жест получал. Обмен звезде. Гранатовый пояс. Че, никому не надо, что ли? А, есть похуй. Ой, это обмен. О, конфела, блин. На МХ бис отдали, кстати. Бис прям. А ММОН 20, окей. Пускай нахуй. Чё, мам... Вернуть, да? Ну, верно. Может, и не возвращай, просто потом больше снимешь. Так, я не понял, триня не ушла мне, да? Какая триня? Крошка ты имеешь в виду или что? Да, да. Ну, бля, деритесь, типа. Что на кота говно, что типа на рогу, но на успех вроде. А, все окей, мимуну за 10. Ну, типа, вон, чуава кот, например, он тебе может сказать, что кружка говно. Не, ну РПБ добить можно пока что, если ну, три нет. Давай. Да. Кунг надо, интересует? Ну, такие есть. Двойной комплект. Давай, давай, башами. Мне в пустоты. Пучонька. Хули 17, 20-ку давайте. 21, блядь. Считай мой фул ЕП. Чё, не знаю, вчера 21 уходила. Пиво БША, это кто? Кто это? Я там ЕП подрежу, меньше буду давать. Потом с выходом с ЛК. Это Рофлыч. Гармастер 17. Последний итог. Так, Пристена 17, Данганмастер 17, да? Ну и ПГП, блядь, система такая, понимаешь, типа... Пару раз ГП въебать кому-нибудь, и там, считай, месяц без лута, нахуй. Ну, в плане за слаг. Но зато что, больше слакать не будет? Ну, не факт, нахуй. Тогда ничего не поделать, сам виноват. Давай, блин. Сколько там я ЕП должен?
Кунга, тебе передали шлем? Да. Арбузный, надеюсь? Да. Окей. Осталось одну бафнуть, и вообще красота будет.